В 2014 году в Курганской области с федерального бюджета поступит около 13 миллионов рублей на реализацию программы «Доступная среда для инвалидов». На эти цели в 2014 году запланировано 35,5 миллионов рублей, в том числе из бюджета Курганской области 20 миллионов рублей. На социально значимых объектах проведут реконструкцию входных групп санитарно-технических помещений для того, чтобы они стали доступны для инвалидов с различными патологиями. В 2014 году планируется адаптировать 18 приоритетных объектов. Это 9 объектов в сфере социальной защиты, органы и учреждения социальной защиты в городе Кургане и Шадринске, 3 объекта в сфере здравоохранения, 2-е отделение Курганской детской поликлиники, Курганская городская больница номер 2 и Курганская поликлиника номер 3, 5 объектов в сфере образования, это учреждение среднего профессионального образования в городе Кургане и Шадринске, и 1 объект в сфере культуры, это областной художественный музей.